Ну, привет, привет, мальчики и девочки. И очередная угарная акция пришла, скажем так, от Кабама. Я как бы с нее в шоке. Привет, приветствую, призыватель. В течение ограниченного времени, вот меня все время удивляло, в течение ограниченного времени, то есть у вас мало времени, вам вот дают вот шанс, вот быстрее покупайте, покупайте, иначе вы не успеете. В течение ограниченного времени вы можете приобрести 15 кристаллов за 250 единиц серебра. 250 серебра. Это просто жесть. Я как бы в шоке из Кабама. Это вот мне интересно, как они вот относятся. Во-первых, я не... Почему я так говорю? Потому что это, для, на мой взгляд, это очень дорого. Если, конечно, есть ребята, у которых катастрофически не хватает золота, мне мой вам совет, ребят, начните хотя бы двухзвездную арену бить. Хотя бы двухзвездную. Не нужно сидеть и задротить. Я человек, который сижу на арене, забираю награды все, со всей арены, не пропуская арену никогда. У меня 69 тысяч боев на арене. Для меня это шикарная акция. Для тех людей, у которых проблемы с золотом, откуда у них серебро будет? То есть единственный вариант, да, единственный вариант. Донатьте, ребята, вперед! Ё-моё, я лично, я в шоке с Кабама. Это такой, знаете, поворот на тупо донат. Конечно, да, вот многие кричат там, то, что Кабам вытягивает и переводит все на донат. Я большей части согласен на эту тему, потому что это просто жесть. Большой кристалл гарантирует минимальную сумму 23 тысячи золота. В 15 больших кристаллах 250 тысяч золота. 15 золотых кристаллах 100 тысяч золота. Покупка этого набора разблокирует большой набор золотых кристаллов. Большой набор золотых кристаллов стоит 850 единиц. 800! Это просто жесть. Эти предложения доступны в течение ограниченного времени. В течение... Блин, это просто угар. В течение 23 часов вы можете прийти за 250 единиц 100 тысяч золота. Я в шоке, честно. Напишите в комментарии, ребят, как вы относитесь к этой акции. Кто-нибудь покупал? Я, конечно, не стебусь, ничего такого, но это реально, это очень невыгодно. Невыгодно, на мой взгляд. Ну, а так, конечно, решать вам. Серебро ваше, время затрачено на арену или деньги, это все ваше. Напишите ваше мнение по поводу этой золотой акции. Всем спасибо за просмотр, пока.